Доброе утро. У нас карта дня 14 декабря, сегодня у нас вторник, и нам выпадает вестник воздуха. Предвещаемые им события носят неожиданный внезапный характер. Это может быть стремительный отъезд с определенной целью, поездка, связанная с учебой или переговорами. Карта говорит, что вы сегодня можете попасть в довольно сложную или не слишком приятную ситуацию. Вас может ждать конфликт, и карта говорит, не избегайте его. Нужно лишь будет сохранить ясную голову и реагировать трезво и хладнокровно. Старайтесь не увлекаться, продумывайте свою тактику и дискутируйте без эмоций. Но, возможно, также вам на выручку сегодня придет человек, скорее всего, это мужчина, который к вам хорошо относится и готов встать на вашу защиту. Это может быть ваш друг, родственник или деловой партнер. Этот человек займет вашу сторону в споре, поможет советом или делом. И, положившись на него, вы способны любую ситуацию сегодня обернуть в вашу пользу. Хорошего вам дня!